главное, мы захватила она свои икроножными мышцами тонкую шеечку. Галас не вышла, выскочила голова Галас из капкана. Берегите, друзья, ваши фото-видеокамеры. На протяжении двух дней мы сломали уже 10, поэтому мы хотим никаким образом сломать одиннадцатую дистанцию. Смотрю, рот открыл от ощущений. Уважаемая, это наша большая танцевальная мышь Стивен. Кровавая Мэри со всего размаху, прейсик сейчас ломанула Галас и головешечкой. Ее рыженькой головешечкой обвинь ее, шмальданула. Галас уже в состоянии нестояния. И сейчас будет нокдаун, по-моему, друзья. Вот такой вот нокдаун через себя.